сейчас, я думаю, со мной согласится каждый. Все души тех, кто ушел, освобождая город, все души тех бабушек, дедушек, которые пережили голод, которые брали тюльку, шли пешком в село, чтобы поменять ее на кусочек-кусочек хлебушка, чтобы накормить своего ребенка. Моя так делала. И ваши, наверное, тоже. Все, кто поднимал потом город после разрухи. И сейчас он вот такой красивый, чистый, солнечный. Но эти души, они остаются с нами. И мы с вами сейчас передадим им привет. И привет этот будет выглядеть вот так. Сейчас хорошо, спасибо вам, всем, кто ушел и оставил город здоровым и свободным. Ну а мы продолжаем, мои дорогие друзья, и сейчас я с удовольствием приглашаю на сцену наших дорогих гостей, которые приехали тоже с Бердянского района. Это потрясающе красивые женщины, яркие, эффектные, любящие свое дело, кумаси, так они называются. И первая песня, опять-таки, дань тем военным годам, а следующие две, конечно, веселые. Итак, кумаси, прошу поаплодировать им, дорогие мои. Снимайте. Это песня, снимайте. Ваши аплодисменты. А на сцену торопятся кумаси.
Костя, я пройду. Черевички, підмалюю личко. Ой, о, черевички.
Спасибо большое. Спасибо большое за прекрасную песню. Ну а сейчас, дорогие друзья, вновь поздравляю.